Здравствуйте, мы проводим опрос про выборы. Скажите, пожалуйста, как вам результаты выборов? Да, нормально, спасибо. Результаты выборов, ну, как и ожидали. Доволен. Ну, может быть и да. Предполагали такие результаты. Я, честно говоря, еще не знаю результатов выборов, поэтому, наверное, вам нужно спросить кого-то еще. Очень, на самом деле, сложно сказать, потому что я, скажем так, скептически отношусь и к ним, и ко вторым, но, наверное, это меньшее зло, которое мы можем выбрать, на мой взгляд. Ну, я считаю, если президент уже с одной партией, то надо за нее и голосовать, в принципе. Чтобы они за 5 лет показали какую-либо, ну, какой-либо результат. Ну, вообще, это довольно-таки больная тема, но в целом не совсем ими удовлетворен, скажем так. Все. Нормально. Нормально, да. Вы голосовали? Да, голосовал. Я не. Я голосовал. Да, я очень доволен тем, как все произошло. Мы не ходили на выборы. Были заняты другими делами, к сожалению. Извините. Появились альтернативные кандидаты, и они не дали возможность пройти тех, кто сеет гречку. По какому принципу вы выбирали кандидата? Ну, у нас сейчас самая популярная тема – это когда депутат не связан никаким образом с какими-то коррупционными схемами, например, и так далее. То есть, скажем так, чистые люди, более-менее. Если бы выбирала кандидатов, наверное, вряд ли бы проголосовала за команду Зеленского. Была удручена тем, что выбрали Зеленского. По идейным соображениям. Чтобы жить лучше было, по принципу. Кто больше всего делает для народа? Я как бы разделяю взгляд аполитеи. Ну, это концепция, в общем, одного философа итальянского, Юлиуса Эволы. Вот, он высказал такую мысль, да, что в целом находить какую-то опору в политическом на сегодняшний момент – это бесполезно. По принципу просто ознакомилась с предложениями, которые с их планами, вот это и все. Просто кандидатов было очень много. Рекламы очень много было. Мне кажется, люди уже устали от старых кандидатов, поэтому выбирали новых. Я голосовала за первый номер Мураев. Как его? Вилку. Мне нравилось их выступление по телевизору.